2010 году мы поступили в проект «Год для Бога» с моей прекрасной женушкой и сразу пошли учиться на библейские семинары. Это было невероятно крутое время, потому что в течение года мы постоянно чему-то учились в жизни, и как БК это была часть того года, который нас постоянно чему-то учило. И через знания, и через эмоции, и через атмосферу. Я помню, когда мы там находились, у меня внутри возникали такие картины будущего, что когда-то, возможно, может быть, я буду учить на этих семинарах. И для меня это было что-то из разряда фантастики. Но спустя 7 лет я стою и учу людей, я поднимаю культуру поклонения. Мы открыли небольшую школу поклонения, и Бог реально привел меня туда, куда он показывал 7 лет назад. Я понял, что в процессе обучения, когда ты открыт, Бог может говорить в твою жизнь через преподавателей, через ситуации. Самое глупое, наверное, что мы можем сказать в нашей жизни, что я, в принципе, всему научился, и мне больше нечему учиться. Поэтому реально важно, нужно, необходимо учиться, тем более БК — это просто потрясающее место, классная атмосфера, где Бог может говорить в твою жизнь.